Всем привет, меня зовут Анна. Девочки, хочу показать, какие я тут узоры рассматривала для будущего кофточки, кардигана, что я там буду вязать. Пряжа у меня 100% акрил, 100 грамм, 330 метров. Нитка такая довольно-таки не очень тонкая. Такая она нормальненькая по толщине. Образец я вязала на спицах номер 4. И довольно-таки так нормально. В принципе, больше не надо, меньше тоже можно не брать. И сначала я провязала в ширину 2 рапорта узора, в высоту 1. Это вот такой вот узор. Вот у меня от руки. Первый ряд, девочки, тут 2 накида зачеркнутые. Это просто лицевые петли. То есть первый ряд лицевые, второй, соответственно, изнаночные, ну или если по кругу, то лицевые. То есть четные ряды вяжутся по рисунку. Все, в принципе, просто, понятно. Кружочки — это накиды, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо. Все. Пустые клеточки, лицевая петля. Довольно-таки простой узорчик. И вот так вот он смотрится. Один рапорт, это вот идет. Набрала я он 22 петли и 36 рядов в высоту. Вот идет один рапорт узора. Ну, как бы видите, вот и здесь получается будут такие же ромбы. Я набрала 46 петель, 44 это 2 рапорта узора плюс 2 кромочные. Провязала вверх 36 рядов. Ну, такой довольно-таки ничего узорчик. Такие ромбики получаются. В принципе, можно и таким вязать. Все это постирается, отпарится. И, возможно, даже я на этом узоре все-таки остановлюсь. Дальше я попробовала еще один узор вязать. Только я тут вот в интернете его перерисовывала. Я еще не поняла, думаю, почему же тут 1, 2, 3. Нет, девочки, тут 1, 3, 5. В общем, это все надо исправить. То есть тут будет 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 рядов. То есть 8 ширина, 16 высота. И также кружочки — это накиды, 3 вместе лицевой, 2 с наклоном влево, 2 с наклоном вправо. Пустые клеточки — это лицевые петли. Ну и также по кругу вяжем, значит, четные ряды лицевые. Прямыми обратными рядами, значит, изнанка. И вот так вот смотрится. Здесь у меня вот было 46 петель. Я подвес каждой стороны сократила. У меня осталось 42 петли. То есть 2 петли кромочные и 40 петель. Это на 5 рапортов узора. Один рапорт — это вот так вот смотрится. Вверх провязала только вот 16 рядов. Но я решила, что вот этот узор я, скорее всего, использовать не буду. Как бы, мне кажется, он такой, знаете, в хлопок, в полухлопок больше пойдет. Но просто вот вам и схемку показываю, все, что, мало ли, может быть, кому-то для другого чего-то понравится. Как бы я такой кардиган или кофту вязать не хочу. А вот ромбы, возможно, еще как бы рассмотрю для себя. Так. Я все-таки еще, знаете, думаю, может быть, все-таки в 2 нитки на толстеньких спицах вязать. Не знаю. Я хочу еще парочку узорчиков попробовать. Посмотреть, как будет. Вот так вот с изнанки смотрятся узоры эти. Ну, ромбы вообще вот мне понравились, конечно. Надо было мне, конечно, провязать еще один рапорт в высоту или хотя бы половинку, да. Ну, в принципе, понятно. Вот идет он, начинается вот так вот. То есть вот начинается, вот он заканчивается, ромб. Здесь вот так же начинается, заканчивается. По-моему, неплохо. Тут еще вот так вот он, как бы уголки вот эти выделяются, но после отпаривания все это будет выглядеть ровненько. И говорю, возможно, я еще решу все-таки вязать в 2 нитки на толстых спицах короткую такую кофту. Хотя не знаю. В общем, буду еще, попробую еще парочку узорчиков и буду уже определяться. Так что, в общем, новую вещь я не начала.
Футболка моя у меня, девочки, не довязана. Вот не надо было мне вчера обещать, что я сегодня обязательно довяжу. Потому что вчера, как всегда, у меня то одно, то другое. Вечером надо было уехать. В общем, кофта моя не довязана, футболочка. Постараюсь. Сегодня я точно ее не довяжу. На днях постараюсь ее все-таки завершить. Показать уже вам готовое изделие полностью. И начать вот эту кофту. Утром я уезжаю в Тверь. Вот. Ну, завтра, может быть, там что-нибудь сниму. Поболтаем с вами. Расскажу, как дела. Только сегодня наконец-то подали списки, чтобы пустили меня завтра к маме. Вот. Это у нас уже вторник. Пока еще операцию не назначили, ничего. В общем, завтра поеду, все там буду сама узнавать. Потому что 2 дня были выходных. Вчера ее лечащий врач, он заглянул к ней в палату, сказал, зайдет попозже, и больше не приходил. Сегодня его тоже не было. В общем, надеюсь, завтра хотя бы будет ее лечащий врач. Возможно, удастся хоть с ним поговорить. Так что, в общем, как-то так. У нас сегодня, девочки, первый раз гром гремел. Вот я сегодня была на работе, и уже вот под вечер у нас начал гром, прям вообще громыхал, ходили тучи, немножко так сбрызнуло, ну вообще даже не сбрызнуло так, несколько капель упало, скажем так, у нас днем чуть-чуть вот несколько капель упало, и вот сейчас вечером, но гремело, первый гром в начале апреля. Так что вот, утром было, по-моему, +1 я на работу собиралась. Но днем-то так солнышко иногда выглядывало. То тучи, то солнышко. А вечером вот мы услышали первый гром. Ну и на этом, наверное, пока что все. Как бы никаких продвижений, никаких новостей, ничего у меня больше нету. Ну, всем пока-пока.